Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. На 91-м году ушла из жизни советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Нина Крачковская. Нина Васильевна Крачковская родилась 17 апреля 1930 года в Москве. В 1954 году окончила ВГИК, стала актрисой киностудии «Мосфильм», затем театра студии киноактера. Активно снималась в кино, исполняя в основном небольшие роли. Сыграла в фильмах «Командир корабля», «Педагогическая поэма», «Есть такой парень», «Звездный мальчик», «Мичман Панин», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Щит и меч», «Нейлон 100%», «Счастливая Женька», «Не может быть», «Артистка из Грибова» и многих других. Ее брат-звукорежиссер Владимир Крачковский, 1923-1988, был женат на актрисе Наталье Крачковской.